Ошибки, да, но опять же очень важно, что играли все вместе, друг за друга, была поддержка, живая лавочка, хорошая игровая заря, нужный момент, хорошие сейвы были, хорошее меньшинство, 5 на 3, ребят, важный момент выстрелили, поэтому всех с победой, красавцы! Бились до конца, то что выиграли. Понятно, была первая игра, таким составом тяжело было, но с каждой игрой будем добавлять, лучше все играть. Молодчики, с победой. И хочу главному тренеру Файбл за первую победу. Еще тогда добавлю, на самом деле, усеченный состав, блин, вы красавцы, гордитесь собой, сегодня классно. Спасибо, Павел. Спасибо.